воткнул, и все. То есть вообще ничего. И звучит он прямо так, из коробки. В принципе, мы сейчас попытаемся его испортить. Привет, друзья! В эфире очередной выпуск программы «Крутим педали». Моя фамилия Евмин, и вы на канале Терри Олдман. Ну, Терри — это типа я. Ну, типа, старик Терри. Ну, такая фигня. Короче, выпуск сегодня будет очень короткий, потому что обозревать мы будем плагин. Это не устройство, существующее в реальном мире, а виртуальный плагин Fortin Nameless. Почему обзор будет недолгим? Сейчас поймете. Поехали. Ну, короче, как вы поняли, звучит это устройство так, вот, ну, как я бы хотел, чтобы все мои примочки, педали, усилители, чтобы звучало это примерно так. И звучит он прямо так, из коробки. То есть, вот ты его купил, не знаю, там, скачал, установил, воткнул, и все. То есть делать ничего не надо. То есть вообще ничего. Он изначально настроен так, что в принципе удовлетворяет любого человека, которому нравится тяжелая музыка. По крайней мере, такого плана, чтобы звук был сухой, но одновременно мощный, с количеством гейна, с большим, с таким. Вот. Ну, давайте же немножко покрутим, конечно. То есть, в принципе, мы сейчас попытаемся его испортить. Потому что сам по себе звучит он изначально очень хорошо. Мотя, пожалуйста, не мешай. Итак, что мы имеем? Вот, собственно говоря, практически настройки по умолчанию. Первое, что нас всегда интересует, это гейн. Это гейн. Это другого канала, сорян. Так, короче. Вот это вот самый мощняцкий канал. Это нулевой гейн. Часов. Три часа. Но здесь это почему-то 8. Хрен знает. И как бы на всю Ивановскую. Это как бы только гейн. Крутить бас, там, презенс, середины и прочее. В принципе, без микса особого смысла нет. Он все равно звучит все время заебись. Вот просто вот отлично звучит.
Вот единственное, что, с чем стоит поиграть на самом деле, это input, то есть как бы мощность входного сигнала. Если его увеличить, то мы, соответственно, увеличиваем. Вот, видите, у меня начинает заводиться. У меня тут небольшие проблемы с оборудованием. Но, в принципе, вот чуть-чуть я прибираю и... Там и вкуса-то много. Это уже он захлебывается. Соответственно, вот если гейн прибрать... Ну, чуть-чуть низ, конечно, надо добавить, серединочку чуть-чуть прибрать. И что получится? Очень сухенько. Очень сухенько. Добавляем обратно гейн. Переходим на второй каналчик. Он мне нравится гораздо больше. Серединочку, презенс, все накрутим. Ну и, собственно говоря, основной гейн. О, чуете? Ну вот, блин, ну офигенно же звук. По-моему, звучит просто бомбически. В принципе, хотелось бы сразу сделать небольшой анонсик еще. Буквально на днях я заканчиваю свою новую песню. То есть песня уже готова. Я сейчас снимаю, ну, клип, не клип, но, в общем, музыкальное видео. Потому что, ну, просто так сидеть там, играть на гитаре, записывать это, лично мне скучно, а песню показать бы хотелось. И вся она целиком записана с помощью Fortin Nameless. Вот, собственно, все. Такой сумбурненький обзор, коротенький. Тут еще Мотя пришел, как всегда, он мне помогает. Лучше, чем кто-либо. Вот. Поэтому, чуваки, всем heavy metal. Ждите новую песню на моем канале. Я думаю, вам она понравится. Ну, потому что мне она нравится, значит, и вам понравится, если вы любите хороший тяжеляк. Такой умный тяжеляк. Это не вообще прям, а вот прям, ну, огонь, короче. В общем, зацените. Всем пока.